прыгнуть с высоты 10 тысяч метров сродни таким нереальным эмоциям впечатления от концерта рок-группы Madhouse. Порцию адреналина на сей раз получили юные любители рока со всех уголков Крымского района. Madhouse отличная группа, кролл сильный, скрим просто превосходный. Столько адреналина, мне прям отлично, молодцы. Ровно в 19 часов в холле социально-культурного центра развернулось настоящее шоу. Рокеры выложились на все 100. Потратили всю свою энергию, сейчас мы как выжатые лимоны просто. Но было очень круто, драйвово, люди молодцы, вообще было очень весело и классно. Александр Недобежкин, вокалист, вдохновитель и руководитель группы Madhouse, роком увлекается с 2004 года. Говорит, что эта музыка ему помогает отдыхать душой и самовыражаться в кругу единомышленников. Следующий концерт «Ребят в Крымске» пройдет ближе к Новому году. Примерно 27 декабря они собираются пригласить друзей из Новороссийска, Темрюка, Краснодара и сделать вместе с ними зажигательную рок-елку. Нам остается ждать следующего неповторимого выступления креативной группы современности Madhouse. Madhouse специально для крымского экрана! Вероника Ежова, Анатолий Мажухин, новости 24 Крымск.